Ну что, телепузики мои, сахарные заводы, Калуга-бандиты, жилетовские мои любимые подписчики. Если вы еще не пожрали, пожрите. Это бомба. Вообще бомба. Мне не видно, ребят, жрать на камеру, а вам не знаю. Жирно вам, не жирно? Ребят, я сейчас в Ютубе увидела блюдо одно. Картошка есть, не надо фарш купить пойти. Но это идти надо. Я сниму. Ой, так быстро, так легко. Угу. Ребят, без хлеба сейчас обратно ем, не хочу. Вечером расскажу, как нас в глобусе хотели наколоть. А у меня глаза не яйца. Сразу деньги отдали. Угу. Вечером в эфир пойду и расскажу. Ага. Представляете, там таких вот... А есть бабки, там бабки жрут. Представляете, обманывают. Там надо записывать, сколько стоит. А я увидела. Я как разоралась там. Я говорю, если деньги не отдадите, я сейчас сниму, я говорю, блогер, и вас в YouTube, и сейчас директору пойду скажу, через электронную почту везде напишу. Девка на кассе, представляете, хотела. Не, она говорит, иди туда, иди ты, куда туда там получить. Не знаю, свои деньги, что ли. Ладно, все, потом расскажу.